Елки, что такая загрузка-то длинная. Что там такое было-то? Принять душ. Блин, почту надо было посмотреть. Бебе. Бебе. Бебе, ты слышишь? Слышишь меня? Это папа. Сэм, загляни в терминал доставки Озерного. Оно будет изъято вслед за вашим углом. Груз проверен. Спасибо. Сэм, напоминаю. Сейчас твоя задача – протянуть хиральную сеть от Озерного узла до Южного. Для этого тебе нужно превратить убежище выживальщиков в пункты. Это будет тяжело. Фрэджайл пыталась с ними договориться, но ты же знаешь, какие они. Кое-кто из них не хочет иметь дел с Юсей. Мы должны доказать им, что с нами будет лучше. Выясни, что им нужно и что мы можем им дать, а затем доставь это. Тогда они, возможно, согласятся присоединиться к нам. Ладно, за работу. Список заказов в терминале. Выполнение заказов. Это довольно необычный заказ. Да, тщательно да. Изучи ключевые детали. Так, погоди. Так, где мое хранилище? Так, 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 так. Есть, есть, есть. Гранаты. Так, ремонтный спрей, спрей. Пускай пока здесь. Пустой контейнер с ложным идентификатором. Он же груз обманка.
Ну а зачем? Пустить мне это. Так. Транспорта вообще нет же. Счастливого пути. Счастливого пути. Добрый путь. Добрый. Ты находишься на территории мулов. Двигайся быстро и тихо. Ведь если тебя увидят, если поймают... Не верится, что их родители тоже были носильщиками и рисковали жизнями, чтобы сохранить страну. А теперь работу продолжают их сломленные дети, не понимая, что она раньше значила. Для них Так, нажимаем больше. Пристрастие. И они придут к тебе, чтобы получить свою дозу. Блин. Это что за устройство? Дорого прокладчик. Ох ты, тетя мать, а ты что упал-то? Соберись уже. Ой,
Рынок мулов. Эпкерь. Блин, как тебя укачать-то? Ну, а вот он и территория мулов. Вон он стоит. Придется драться. Так, ботинки, якорный крюк. Еще. Ну, больше половины-то уже прошли.
Доставляю груз. Спасибо. Сэм Бриджес, да? Я тебя слышал. Парень, что ходит по стране и налаживает связь между людьми. Спасибо, что принес мне это. Спасибо. Без доставок Fragile Express жизнь стала тяжелой. Дай я проверю груз. Ха! Ого! Ты был очень аккуратен. Я сообщу Бриджесам, как идут испытания. Спасибо. Что понять. Это насчет Фреджил. Наверное, ты слышал, что она помогала террористам, что ей было плевать, кто пострадает. Но знаешь, это все вранье. Она и ее люди рисковали жизнью, доставляя нам необходимое. Она настоящая героиня. Знаешь, я родился в этом убежище. Весь мир был для меня внутри этих стен. Поэтому...
Так, виноват, срочный звонок. Но если этот Кьюпид подключит меня ко всем, то это изменится. Так что да, я хочу вступить в UCA. Хочу увидеть, чего был лишен. Подключен. Вот так, инженер прислал данные, следующий примет силовой контур. Серебристый, золотистый, дымовая граната. Межхиральная сеть 2. И теперь мой личный 3D-принтер подключен к хиральной сети. Если все сработает, прибор EvoBio даст возможность создавать самые разные объекты из архива. Мы сможем восстановить Америку по частям. А я пока воспользуюсь сетью и узнаю, что происходит в городах. Буду следить за мулами и террористами. Ты словно принес мне целый мир в этой коробке. Спасибо, Сэм. Приходи еще. Ах, да. У меня есть одна штука, и я хочу, чтобы ты ее испытал. Помощник, которого я изобрел. В симуляторах все идеально, но кто-то должен испытать его в поле. И если он облегчит твою работу, тем лучше. Сэм, тут у тебя активный контур, предназначенный для усиления суставов. Пока сам по себе оказывает тебе поддержку, но ты можешь дополнительно усилить его потенциал. Давай, испытай эту штуку. Она тебе понравится. Так, силовой контур. Так, тогда, наверное, вот этот контур поддержки мы положить в личное хранилище. Так. Надеюсь, локон вы... Так, ну все. Так, отмена. Пересортируем. Подтвердить. Большое спасибо. Возвращайся скорее. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Так. Да елки зеленые. Так, доставка утерянного груза. Доверен. Надо обратно, что ли? Ладно, потом на обратном, когда пойдем. Че, у них разница-то небольшая, ладно. Yeah.
хочет. Да, да, да. Так, где ББ? Так, G плюс 2, F, да? Блин, сложно. Так, это один пункт выживальщиков. Осталось два. Так, а все восстановилось. Так, опять территория, где я? Здесь. Лестница, лестница. Так. Это лестница, лестница, это генератор. Кстати, где мой мотоцикл, ядрит Мадрид? Тоже груз.
Блин, ну еще и пока есть силы. Давай, балансируй. Блин, банки эти задолбали. Так. Пакет с кровью использовано. Использовано это что? Крутой склон. Идти дальше. Мне это место не нравится нифига. Так, вот там вроде вон лестница есть. Ай, не падай. Ёлки зелёные. Главное не упасть. Наконец-то.
Блин, не в ту сторону, ладно. А, вот он, туда идти надо. Доставка запрошенного груза. Доставляем груз. Я ждал тебя. Ты мое спасение. Я сумел выжить только благодаря курьерам. И ты ничего не просишь взамен. Я благодарен тебе. Посмотрим, как там груз. Это потрясающе. Великолепно. Спасибо. Плюс 2 левела к состоянию груза. Нормально. А, ты здесь по поручению Fragile Express. Скажите, что вы порвались с террористами, да? Когда Fragile, дочь основателя, начала общаться с другими курьерами, здесь стало немного жутковато. По слухам, это она устроила взрыв в среднем узле. И отчасти я в это верю. Возможно, конечно, что она просто одна из их жертв. Ты подключаешь хиральную сеть? Я не против контракта с Бриджесом, но в UCA я вступать не собираюсь. Если не возражаешь, действуй. Может, тебе уже говорили во Fragile? Но даже те, кто не хочет становиться частью UCA, могут подключиться к сети, подписав контракт с Бриджесом. Они могут пользоваться доставкой и другими базовыми функциями хиральной сети, как полноправные участники. Так же, как и ты можешь пополнять свои припасы, используя их хиральные принтеры. Однако они не обязаны отправлять нам данные. Поэтому не рассчитывай на их сведения или помощь в разработке технологий. В идеале, конечно, все люди должны быть частью UCA. Но если это невозможно, наша цель – сделать их частью сети. И, может быть, потом они передумают. Кьюпид взаимодействует с терминалом по-разному, в зависимости от типа контракта. Подключи Кьюпид и проверь. Так, ага. Ее компания стала слишком крупной. В такое время мы все должны быть тесно спаяны друг с другом. Это относится и к курьерам. Иначе мы будем совершать одни и те же ошибки. Республики, федерации, коалиции, государства. Объединять таких разных людей, от этого добра не жди. Извини, я уже давно ни с кем не разговаривал. Счастливого пути. До встречи, Сэм. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы... Так, заст...
Отлично, Сэм. Уже два пункта интегрированы в хиральную сеть. Остался еще один. Так, здесь что у нас? Молы. Сложный заказ. Ну, попробуем, если что, обойти, конечно. База молов. Походу. Ой-ой-ой-ой-ой, не падать. Ходить тоже долго придется, если в чё биться. Ну, подеремся, чё, первый раз, что ли? Ах ты!
Ух ты, прикольно. Сесть, блин, использовать не могу, ладно. Ай, гандон. Ну, осторожно. Кто? Присядем на секундочку и помедитируем. Ну ладно, мир покоя грешникам. Так, у меня, блин, лестница одна была, ну ладно. Так, вроде вот здесь можно пройти. Нет. Ах ты, ну вот, началось.
Блять, весь груз проверит. Пять секунд. А, здесь можно будет отдохнуть, зашибись. А нет, хрен отдохнешь. Удостоверениями. Ну, молодец, сынок. Давай я заберу у тебя это. Упаковка на вид... как новенькая. Ого! Давненько я не видел груза в таком хорошем состоянии. Большое спасибо. Ха, наверняка это было нелегко. Ну, конечно. Чуть не утонул, блядь. Грузчик профи, офигеть. Слушай, зачем тебе это? Все знают, что Фрэджайл стоит за атакой, где погибло пол среднего узла. Только дурак решил бы доверить доставку этой террористке. И тем не менее, ты здесь. Подменяешь ее, чтобы бизнес не загнулся, да? Ха, слушай, я уже никому не верю. Только не пытайся заманить меня в эту вашу сеть. Ты знаешь, почему в последнее время так много терактов? Потому что вы их всех разозлили своими разговорами об объединении. Вступить в UCA? С тем же успехом я могу тут мишень нарисовать. Доставляй заказы в срок, и мы с тобой поладим. Проблемы мне ни к чему. Должен сказать, мне понравились твои гематические гранаты.
Признаю, хорошие штуки. И мне кажется, что в UCA не должны держать их в секрете от всех. Ведь в этих краях работает множество курьеров-фрилансеров. Будь моя воля, я бы набрал этих гранат и раздал их ребятам. Вы хорошие ребята. Это видно. И ты доставил заказ, как я и просил. Но чтобы я согласился на ваше предложение, этого будет мало. Хиральная сеть — это большой шаг. Вот, если бы ты доказал мне, что Бриджесу можно доверять... А давай так. Выполни еще один заказ. Данные я загружу вон в тот терминал. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доступ. Мне бы отдохнуть и идти, твою мать. Куда? Ну, давай, чё. Комплект инструментов в моем старом убежище. На нем есть метка, так что найти его будет несложно. Отопру убежище, как доберешься. А, и возьми несколько гематических гранат, что ты принес. Полезно иметь при себе парочку, если тебя прижали твари, да? Надеюсь, до этого не дойдет. Ну, у меня сколько их? Раз. Раз. Две гранаты есть. Не-не-не. Прям на земле поспим. Так, ну ладно, пошли, чё. Я так понимаю, гранаты нам там понадобятся. Ептить кратер. Так, это что, ремонтный спрей, ремонтный спрей. Я так приготовил. Ага.
Оружие разрешено. Хочется, чтобы меня кто-нибудь подменил. Ну, возьмем керамику. Что за груз? Лежит пищи. Елки зеленые. Так, я так понимаю, напрямую не пройдешь. Мы попробуем здесь. Где-нибудь тоже, да? Блин, лестницы не взял.
тихо, дубина. Совсем рядом. Растет. Так, я почти дошел. Повреждается груз-то. Сэм, один из контейнеров разгерметизировался. Спокойно. Главное, не рани его, и содержимое не должно пострадать. А если груз останется цел, то и оценку тебе. Похоже, что у тебя там пустой контейнер, да? Отправляй подобный хлам в Бриджес. Может, тебе он не нужен, а вот нам очень. Thank you.
Что происходит? О! А где мне еще гранаты-то? Ёлки зеленые. Дали мне просраться. Так. Короче, пойду, как и пошел. Нафиг. Лишний раз. Где идешь-то? Thank you.
Блин, этот перераспределить-то забыл. Почти у цели. Сканирую. Сканирую удостоверение, Бриджес. Удостоверение Fragile Express проверено. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Груз проверен. Спасибо. Да вставай, давай. Доставляю груз. Что? Не может быть. Ты правда побывал в этой клоаке? А, ты не представляешь, что это для меня значит. В этих инструментах столько воспоминаний. Такое тебе никакой хиральный принтер не заменит. Я-то думал, что это невыполнимо. А, ты их избавиться хотел. Да, вот это другое дело. Я теперь такое оружие смогу мастерить. Сэм Бриджес, ты просто бесподобен. Спасибо. Блин, почти до третьей звезды. Честно говоря, Фрейджайл и ее парни мне не вредили. Скорее помогали. Но если они теперь заодно с Хиггсом, значит, они такие же плохие, как и он, верно? Будто все эти сраные террористы решили собраться в кучку. Большая счастливая семья. Может, пора и нам тоже. Может, для нас еще не все потеряно. По крайней мере, если в UCA есть еще такие ребята, как ты.
Коллективная безопасность, да? И Новая Америка к тому же. Подключи меня к хиральной сети. Блазган. Точно. Раз уж ты меня поддерживаешь, надо и мне отплатить тебе тем же. Пока у меня есть связь с сетью, я буду снабжать тебя лучшими инструментами. И может, мы оба проживем подольше. И, кстати говоря... Смотри, что я сделал. Называется Балазган. Нейтрализует человека на минуту. Не смертельно, разумеется. Следы могут остаться, но я уж тут ни при чем. Если тебе пригодится, возьми. Да возьму. А, ты можешь обездвиживать им людей, не убивая их. Но если заменить провода на нити из твоей крови, то, возможно, он будет действовать и на тварей. Давай, попробуй. Было бы неплохо. Свое дело сделал, теперь мой черед. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Блять, когда отдохнуть-то можно, ептать. Кровать-то хоть есть. Великолепно, сэр. Ты уже подключил к сети три пункта. Выживальщики подключились, и хиральная сеть в отличном состоянии. Следующим пунктом мы хотим сделать местный распределитель. Но придется подождать. Сначала приоритетная задача. Нужно кое-что добыть. Нам нужно, чтобы ты принес один из серверов озерного узла. Он был в ремонте, а на обратном пути на транспорт напали мулы. На сервере хранятся важные данные для нашей новой системы доставки. Он автоматизирует доставку с помощью хиральной сети. Для нас он бесценен, а для мулов это все равно, что тостер. Тостер, из которого они с радостью извлекут хиральные кристаллы и редкие металлы. Действуем быстро, иначе потеряем данные. Так что двигай к точке выгрузки мулов, хватай сервер и неси в озерный узел. Считай, это мой личный заказ. Подробности на браслете. Ну и, блядь, вот я вообще не сомневался. Отдохнуть, блядь, не дают.
Блять, так потом в озерный узел пиздовать. Уже мне слабо охота. Понятно все. Пока на этом все, вечером, скорее всего, будет ВОВ.